5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Луциз, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд бомж базы Player 8366, для которой также понадобится одна C4 и пару же обычных топоров. На ней всего находится, по-моему, 4 ящика, один из которых можно спокойно взорвать C4. Но этого делать я крайне не советую. В принципе, взрывать тут сишки, потому что оно того не стоит. Но тут вот я взорву, тут маленький ящик должен быть. Так, давай, взрывай. И вот еще раз, два, и хранилище. Плюс есть сейф, который мы открыть никак не сможем, к сожалению. Так, давайте, умирайте. Открываем ящик. Убивайся. Так, еще один ящик. И еще один ящик. Мне придется от второй волны защищаться, судя по всему. Ладно, тогда уже плотницкий сломаю. Так, давай, давай, умирайте, умирайте. Токсичный брысь, толстяк, брысь. В этой плавильне ничего не было. Кстати, тут в прошлый раз дерево росло прямо из плавильни. Так, плотницкий стол я не помню. Ничего. А, здесь алкоголь заберу. А, шкуру можно забрать. Здесь чего? Ну, камни, бревна, пускай будут, изолента, слитки. А, в этом ящике еще изолента. И в последнем. Так, что тут? Воду заберу, спирт, аптечки, бинты, алкоголь крепкий. Дубовые бревна, красный талон и еще изолента. А, ну, в общем-то, тут больше ничего нету. Вот такой вот рейд. Да, это, по сути, одна сишка вот на вот эти вот предметы. Не сказал, что это что-то окупает. Ни в коем случае не взрывайте. Ну, если, конечно, у вас не овер до хрена сишек. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.